Католическая церковь Святого Августина на Оконнелл-стрит была построена в 1942 году, хотя сам орден августинцев обслуживает город Лимерик с 1633 года, когда первоначальный монастырь находился в Адаре. Изначально фасад должен был иметь две башни, но из-за юридических проблем в то время была построена только одна. На входе церкви стоят два источника со святой водой. Эти купели находились в церкви на Крей-Лейн с 1823 года до открытия нынешней церкви в 1941 году. Внутри церкви слева находится книжный магазин, а справа – пасторский центр. Также справа находится картина Вознесения Томаса Калопи, жителя Лимерика. Эта картина, датированная 1782 годом, первоначально также висела в часовне на Крей-Лейн. Витраж над главным входом в церковь был описан как симфония света и цвета. Наиболее красиво его можно увидеть в вечернее время. Глядя вверх, можно вдохновиться четырьмя длинными панно, изображающими сцены из жизни святого Августина. Обращение святого Августина, посвящение сан-епископа, написание его признаний, святая Моника, мать святого Августина, и святой Августин в Остии. Непосредственно под ним находятся четыре символических изображения жизни святых – книга и перо, два герба ордена августинцев и весы правосудия. Над главным алтарем также есть пять витражей, созданные студией Гарри Кларка. Святой Иосиф Защитник, Богоматерь Утешения, Святой Августин Гиппопотам, Святая Моника и Святой Николай Талентинский. Внутри храма также есть несколько часовен – Матери Доброго Света, Святителя Николая, Святой Риты.